Всем привет! Сегодня у нас пятница, и пришло время загадать загадку. В конкурсе загадок изъявили желание еще принять пару человек, но, к сожалению, они к этим выходным не успели подготовить загадку, и Юра Корректор решил подстраховать. Он придумал свой вариант загадки. Однажды в своем обзоре монеты Ватикан я сказал, что на монетах этого государства не чеканится год. Тогда я и столкнулся с корректором. Итак, загадка. Согласно выдвинутой мной тогда теории, назовите монету или монеты США, на которых не чеканился год выпуска. Если вы внимательно слушали формулировку моего вопроса, то вам несложно будет дать ответ. Все, желаю всем удачи, всем пока!